Здравствуйте. Я благодарен, что мы можем открыть Библию и делиться Словом друг с другом. Чтобы мы получили благословение Господа Бога, у нас должно быть сердце Господа Бога, а узнать сердце Господа Бога мы можем через Библию. Господь Бог дал нам Библию, которая ясно отражает сердце Бога. <связывающие> Нигде в мире нет другого источника, который бы настолько ясно отражал бы сердце Господа Бога. <связывающие> Поэтому, если ваше сердце будет такое же, как Слово в Библии, можно сказать, что у вас сердце Господа <связывающие> Бога. <связывающие> Я с детства ходил в церковь. Я родился в 1944 году, когда наша страна находилась под властью Японии. Спустя ровно год после моего рождения наша страна приобрела независимость. И я говорю, что я родился для того, чтобы бороться за свободу нашей страны. У меня спрашивают, а как вы боролись? Я говорю, я лежал во дворе и ногами толкал небо. 15 августа 1945 года, год спустя после моего рождения, наша страна приобрела свободу. Прошло пять лет после этого. 전쟁, 전쟁 и в Корее началась гражданская война между севером и югом. Война была жестокой. Я видел, как многие люди гибнут на войне. Я видел многочисленные трупы. В тот момент я даже не знал, как пережить все это.

весь мой мир был во тьме в отчаянии в страданиях 다녔는데, хотя я с детства ходил в церковь 말, но в девятнадцать лет я смог через библию получить прощение грехов когда я получил прощение грехов, я в первую очередь сказал своей старшей сестре. Когда умерла наша мать, моей старшей сестре было 15. Мне было 8. И наша старшая сестра воспитывала нас вместо мамы. Я сказал старшей сестре, «Сестра, я получил прощение грехов». Она удивилась И сказала, Оксу Что с тобой случилось? Я сказал, что я получил спасение Я думал, она будет радоваться, но она пала в переживание Говорит, даже пастор, пресс-фиктор говорят, что они грешники как ты можешь говорить, что ты праведник, что у тебя нет греха? Уксу, послушай меня. Когда созревает пшено, она наклоняет головку. Если у тебя истинная вера, ты должен стать скромным. Как ты можешь говорить, что у тебя нет греха, что ты праведник? Я, конечно, не знаю. Но у тебя есть проблемы духовной жизни. Ох, ты не прав. Поскольку молодые в церкви, они пели в хоре, вели в воскресную школу, поэтому в субботу мы заранее собирались и готовились к собранию. А вечером у нас также была репетиция хора. 성가 연습 몇 곡을 연습하는데. 머리 빛이라 말인 예가 목사님이 처음에 축복기도 할때또 이제 성가하고. 또 찬송 부를 때 같이 부르고. a 헌금할 때또 헌금 노래를 연습합니다. м ы должны были петь во время пожертвования. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 바치 То, что я имею, я отдаю Господу. Потом, когда пастор прочитает слово, мы пели в хоре. Потом в конце, когда пастор проводит молитву благословения, мы пели в хоре. Отцу и Сыну, Духу Святому мы возносим славу. Каждую субботу мы репетировали гимны. В то время многие молодые любили популярные песни того времени, чем христианские гимны. Поэтому в заключении мы пели популярные песни того времени. И у всех поднимается настроение. Была песня, которая называется «Парень в желтой рубашке». Я тоже пел эту песню. «Парень в желтой рубашке». Привлекательный парень. Я не знаю почему, но он мне нравится. Не знаю почему, но неплох. Хотите дальше я спою? Хотя он не самый красивый, но выглядит смелым. Не знаю почему, но он мне нравится. Не знаю почему, но он мне нравится. В те годы было очень много песен с такими словами. А после окончания... После этого мы с молодыми летом ходили в сад, а зимой в пекаре было очень весело. Однажды после репетиции хора я вышел вперед. Я сказал, ребята, я хочу кое-что вам сказать. Я получил прощение грехов. Я рассказал, как я смог получить прощение грехов. В то время мы жили в деревне, поэтому мальчики и девочки дружили как одна семья. И все разговаривали на «ты» почти. И говорят, ой, пак, а как ты получил спасение? Они задавали подобные вопросы. Но я не смог хорошо им ответить. Хотя я получил прощение грехов, но я не знал в тот момент, как объяснить это. Целый месяц я встречался с каждым и говорил о том, что нужно получить прощение грехов. Друзья спрашивали, а как получить прощение грехов, но я не знал, как им объяснить. <связать> Однажды по дороге я увидел одну сестру из нашей церкви. С <связать> этой сестрой я очень хорошо общался. Ой, 선생, Увидев меня, она сказала, «Пак, ты куда <связать> идешь? <связать> как у тебя дела?» <связать> Я сказал, «Ты должна получить <связать> прощение <связать> грехов». И хотел объяснить. Но... Вдруг, о чем она сказала <связать> мне? <связать> Слушай, Пак, опомнись уже. Я не знал, как отреагировать. Она сказала: Ты разве лучше, чем пастор? Иди к пастору и объясни ему. И с того момента очень странная обстановка начала образовываться в церкви. Те, с которым я близко общался, они вдруг начали отдаляться от меня. У нас была комната, где собирались молодые братья и сестры. Однажды я увидел перед этой комнатой много обуви. Я хотел открыть дверь, чтобы войти туда. Вдруг я услышал, что кто-то говорит обо мне. Ой, Уксон, такой смешной. Я же его знаю, а он говорит, что у него нет греха. Потому что мы действительно вместе с ним делали много плохого. Мы вместе делали много плохое. Поэтому для него, естественно, быть грешником. А я тут говорю, что я праведник, поэтому я стал для него плохим. И он говорит, как он может говорить, что у него нет греха? Я же его знаю. Я хотел открыть дверь и сказать, что-что? Но потом я остановился. Я отпустил ручку двери. Я вышел из молитвенного дома. И из этой комнаты до выхода достаточно было далеко. Но пока я шел, я размышлял. В тот момент у меня была только церковь. Я жил при церкви. 이제, Однако вся церковь начала отворачиваться от меня. Однажды во время собрания пастор делал объявление. Он сказал, за то, что мистер Оксупак ездил общественным транспортом в воскресенье, мы будем его наказывать. Я спросил, а в чем же будет мое наказание? Ты согрешил, а поэтому ты не должен участвовать в хлебопреломлении. Тогда мне хотелось сказать, пастор, а что насчет ваших дочерей? Я случайно сел в общественный транспорт в воскресенье. 모са인, а его дочери каждое воскресенье ездят на общественном транспорте. Дариндер, 다녔는데, его дочери учились в городе Тегу. 마시고, 타고, в субботу после занятий приезжает в церковь. А потом после собрания они также возвращаются на машине, они не идут пешком домой. Дочери пастора периодически пользуются транспортом. Мне за то, что я один раз использовал транспорт, сразу запрещают принимать какие И мне хотелось сказать, пастор, а что насчет ваших дочерей? Я потом подумал, что тогда пастору будет неловко, поэтому я решил промолчать. Но что удивительно, <соединяющие> кто бы что ни сказал, я стал чистым. <соединяющие> так говорит Библия. И пророки, и многие служители, которые были до меня, они говорили, что они тоже получили прощение грехов. <соединяющие> и чем я больше читал Библию, Удивительность слова Библии начала входить в мое сердце. Больше я становился ближе к Иисусу. У Иисуса есть очень многое, что Он хочет сказать мне. 66 книг Библии. Вот такая толстая книга. Больше 1800 страниц. Нет картинок, все только слово. Знаете, почему нет картины? Потому что Иисус хотел многое нам сказать. И в этой книге мы можем обнаружить сердце Иисуса Христа. Сегодня очень многие люди страдают из-за греха. Я часто говорил, когда я встретил президента Ганы, знаете, он был очень скромным и мудрым человеком. Он любил Бога. Но что же сказал господин президент мне? Мой врач очень долго пытается меня вылечить Однако мое состояние не улучшается, а только ухудшается Я чувствую, что мое состояние ухудшается И тогда мой персональный врач пригласил еще одного врача, они вдвоем лечат меня Однако и это не помогает, поэтому мое состояние только ухудшается я размышлял сегодня утром. Я не знаю, может, у меня осталось пять дней всего лишь. Может, даже меньше, чем пять дней мне осталось. Если смотреть на мое состояние, осталось совсем немного. Господин президент сказал мне, Пастор, у меня есть одна проблема. Хотя я президент, но я также согрешил. Но я не смог получить прощение грехов. Поэтому мне очень страшно. В 2012 году это был июль. Было так хорошо, что я мог находиться в тот день рядом с президентом Ганной. Потому что я знаю путь прощения грехов в Библии. Кого бы я ни встречал, я всегда говорил, как мы можем получить прощение грехов. Я хочу с вами поговорить сегодня именно об этом. То, что я говорил господину президенту Ганной. Как наши грехи могут быть омыты? И что мы должны сделать, чтобы получить прощение грехов? Давайте через Библию рассмотрим этот вопрос. Первое послание Иоанна 1 главе 9 стихе говорится о прощении грехов. 1 Иоанна 1 глава 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. 자, 보면, Когда мы смотрим на это слово, здесь написано, что если мы исповедуем, он простит наши грехи. 뭐냐면, Однако проблема в том, что многие служители сегодня используют это слово и говорят о том, что нужно исповедовать грехи. И каждый день люди исповедуют грехи свои. Поэтому очень сложно найти человека, который получил порошение грехов. Если бы исповедью можно было обчистить грех, например, если вы что-то съели, вы должны быть сытым. Если вы лечились, тогда ваша болезнь должна вылеченной быть. Другими словами, должен быть какой-то результат. Сегодня многие служители, прессвикторы, братья и сестры исповедуют грехи свои. Но нет одного человека, который был бы уверен, что получил прощение грехов. Преспекторы молятся. О, святой Отец наш, о, Дух Святой, такой грешник, как Я, молится тебе, Господи. И так молятся. Ясный грешник молился во имя Иисуса Христа. Сам пресектор говорит, что он грешник. Пастор говорит, что он грешник. Тогда, когда этот грешник может получить прощение грехов? Сегодня многие верующие христиане... <говорот> да они ходят в церковь, жертвуют много, уделяют времени церкви, поэтому получают признание. Ой, такой-то пресвитер, он такой духовный. Дух Святой переполняет его. У него много любви. У него хорошая вера. Но если он остается грешником. Почему так происходит? Когда вы принимаете в душ, вы должны стать чистым. Когда вы едите, вы должны стать сытым. Когда вы лечитесь, вы должны быть здоровы. После того, как вы помылись, вы должны быть чистым. Но почему же, а мы в грехе, вы остаетесь грешником? Значит, в этом есть какая-то проблема. Однажды я читал Библию. Однажды я прочитал слово, которое написано в книге Исайя. Исая 34 глава, 16 стих. Отышите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из них не применит прийти и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели и сам Дух его соберет их. 자, Что говорит нам Слово? Отыщите в книге Господней. Я внимательно начал читать с Библию. И написано, ни одно из них не применит прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам Дух его соберет их когда мужчина и женщина женятся они становятся супругами дальше в Библии если мы посмотрим не только в одну часть но и обе части мы сможем найти пару друг к другу когда раньше приходил пастор один в нашу церковь, он говорит о духовной жизни. Духовная жизнь подобна тому, как слепой трогать слона. И видит, что человек начинает трогать слона. Тот, который потрогал живот слона, говорит, вот слон похож на стену. Тот, который трогал ногу, говорит, что слон похож на стол. А тот, который трогал нос слона, говорит, что он похож на шланг. Он точно потрогал. Но поскольку он трогал только часть, он не знает, как выглядит слон полностью. Если мы смотрим на ногу, он похож на столба. Если трогаем на живот, кажется, что это стена. А тот, который трогает на нос, скажет, что он похож на шланг. Каждый будет говорить, что слон выглядит по-другому. То же самое в Библии. Есть обязательно пара к слову. Нет слова, которого не имело бы пару. 34, 6, в Исаии 34 главе 16 стихе написано «Отыщите в книге Господней». И одно из них не примет шприц. и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам Дух его собирает их. После этого я начал искать пары в слове. Поскольку я много раз согрешил, в детстве я считал, что я попаду я в ад, мана, что у меня много греха. Я это, воровал, много, это, я обманывал. Я, это, я точно попаду, я в это, в это, я попаду в ад. Я много воровал. Я много обманывал. Мне точно хотелось очистить свой грех. Меня учили в церкви. 1 Яна, 1 глава, 9 стих. В 1 главе Яна, 9 стихи написано. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Здесь написано, что если мы исповедуем, мы получим прощение. Поэтому в то время многие люди в церкви исповедовали грехи, но грех их оставался с ними. Тогда я думал, где же парк этому слову? Да, одну часть мы увидели в 1 Я на 1 главе 9 стихе. Но пока мы не нашли другую часть этого слова, поэтому я понял, что люди не получают прощения грехов. 그러면서 그 짝이 무엇인지를 알고 싶었어요. <목소리도> <목소리도> меня начали появляться разные вопросы. Когда мы читаем Библию, у нас появляются вопросы. Потому что если мы смотрим только одну часть Библии, тогда во всех делах будут появляться вопросы. Послание к Римлянам в 3 главе 10 стихе написано. Нет праведного ни одного. Совершенно верно. Нет правильного ни одного. Это правильное слово. Все люди могут согласиться с этим словом. Но в первой главе послания к римлянам в 17 стихе написано «В нем открывается правда Божия от веры в веру». Как написано, праведной верою жив будет. 자, 여기에, 성경에서, в Библии говорится о том, что нет праведного ни одного. 있다, а в этом слове написано, что праведная вера жив будет. Что это значит? 창세계에서도. Также в бытии. Но и был человек праведный, говорится, в бытии. В послании Якова в 5 главе написано. Многое может усиленная молитва праведного. В Библии встречается слово праведный. Хотя говорится, что нет праведного, нет ни одного. Как мы можем понять это слово? Я начал читать Библию. Что интересно, пока я читал Библию, 다른 데는 성경을 고백함으로 제가 씻어진다고 돼 있지 않는거예요 видел, что в другом месте не написано о том, что исповедь очищает наш грех. 하나님이 성경인데. Библия это книга, которую написал Бог. 예레미야 17장 저 죄송합니다. 그 예레미야 10... 아 저... 죄송합니다. 레위기 어... 17장 11절에. i 17 главе 1 1 стихе. 잠깐... На секунду забыл название книги. Написано, потому что душа-тело в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь вся душа очищает. Как я уже говорил, в одном месте написано, что нет праведного, в другом написано, что есть праведный. В одном месте написано, что исповедь очищает грех, а в этом слове написано, написано, что очищает душу кровь, потому что в крови душа. 그러니까 이제 우리가 성경 똑같은 성경인데 t h i одну тоже Библию. 레위기 17장 11절하고 히브리 1장 저 요한일서 1장 9절하고는 전혀 다르게 말하고. Но л е 17 глава 1 1 г л а в г о в о р и первая... Послание к евреям в 9 главе также написано в 22 стихе. Да и все почти по закону ощущается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Но левит 17 глава или... Евреям 9 глава говорят, что возьмите за грех смерть. Поэтому, чтобы очистить грех, нужно пролить кровь, нужно прийти жизнь. Эти вещи должны соединиться друг с другом и создать пару. Поэтому я изучал Библию для того, чтобы найти ответ о прощении грехов. И в книге Левит, 4 главе, я нашел жертву за грех. А, Через это я понял, а, вот здесь говорится о прощении грехов. Левит, 1 глава, говорит о жертве всесожжения. Во 2 главе говорится о хлебном приношении. В 3 о жертве мирном. А 4 глава говорит о жертве за грех грех. Когда мы начинаем входить в четвертую главу книги Левит, есть четыре способа, как можно очистить грех. Первое, если согрешит священник. Второе, когда весь Израиль согрешит. Третье, когда кто-то из начальников согрешит. И четвертое, когда согрешит кто-то из народа. 아니고, 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 На тот момент, поскольку я не был священником или начальником или всем общества. обществом, 네, я начал читать Левит 4 главу 27 стих, где говорится о жертве за одного человека из народа. Никей Левит 4 главе 27, 27 стихе написано «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделать что-нибудь против заповедей Господних, чего не належало делать, и виновен будет». То, когда узнан будет им грех. Есть те условия, которые необходимы для человека, который хочет получить прощение грехов. Кто может получить прощение грехов? Как бы человек не хотел получить прощение грехов, но человек, который не согрешил, он не может получить прощение грехов во вторых даже если этот человек согрешил если он не узнает что он согрешил он не сможет получить прощение грехов жертве за грех нужно согрешить и нужно узнать, что я согрешил. И тогда прощаются грехи. Но нужно принести козу без порока. Потому что возьмите за грех смерть. Чтобы очистить грех, кто-то должен умереть вместо меня. Поэтому нужно обязательно принести... В жертву. Что написано 1 Я на 1 главе 9 стихе, если исповедуем наши грехи? Это что значит? Он согрешил? И узнал, что он согрешил. И признает, что он согрешил. Вот какая-то стадия. Когда я исповедую, тогда, когда я узнал, что я согрешил. Поэтому если мы посмотрим на жертву за грех Которая является парой этому слову Что значит исповедуй грех Это значит, что я признаю, что я согрешил И тогда у этого человека появляются условия Которые необходимы для того, чтобы получить прощение грехов А то, что очищает грех не исповедь очищает а наш грех. Потому что возмездить за грех смерть. Кто-то должен получить наказание за грех. Должен пролить кровь. Но ну люди думают, здесь написано, если исповедуем грехи наши, то он будет вере неправильно а просить наши грехи, поэтому нам надо исповедовать грехи. Но этот человек смотрит только на одну часть слова. Здесь говорится о процессе, который необходим для того, чтобы получить прощение грехов. Но никак мы получаем прощение грехов. 1 Иоанна 1 главе 9 стихе написано Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, правильно просит нам грехи наши И очистит нам от всякой неправды Но вы не смотрите только на 9 стих Посмотрите на 7 стих если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И здесь ясно написано, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 그러면 여러분 요한 1서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 이이야기는 вот 예수님이 우리 죄를 피 흘리고 십대 못박게 그걸 전제로 해서 사해지는 거지 возможно, 그래서 죄를 사 예수님의 피지 То, что очищает наш грех, это кровь Иисуса Христа, а не наша исповедь. Поэтому 1 Иоанна, 1 главе 7 стихе написано, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда вот это и то, что я исповедую грех, соединяется, тогда образуется спасение. Если не будет пролита кровь Иисуса Христа, сколько бы мы не исповедовали грехи, наш грех не может быть омыт. Даже если кровь Иисуса пролита, если я не узнаю, что я согрешил, я не смогу получить прощение грехов. Нужно согрешить. И нужно узнать, что я согрешил. Что мне делать? Но тогда посредством крови Иисуса Христа мы получаем прощение грехов. Но сегодня многие люди говорят первую главу 9 стих и хотят исповеди очистить свой грех. И они просто формально знают, что Иисус очистил их грех. Но не соединяет свой грех со крестом Иисуса Христа. Они соединяют свой грех с исповедью. Поэтому они могут получить прощение грехов. Сегодня во многих церквях многие служители объясняют первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Но также нужно говорить и седьмой стих. Да, мы согрешили. Мы узнали, что мы грешники. И когда я соединяюсь с кровью Иисуса Христа, которая была пролита на кресте, тогда мы получаем прощение грехов. Все ведь знают, что Иисус умер на кресте. Они знают, что Иисус умер на кресте за наш грех. Но когда наш грех мы соединяем с этой кровью, тогда мы получаем прощение грехов. Однако люди знают, что Иисус пролил кровь. Но если они знают, что Иисус пролил кровь за наш грех, тогда мы должны говорить, что мы получили прощение грехов. Однако люди продолжают называть себя грешником. Почему? Они говорят, но я же согрешил, поэтому я грешник. Я согрешил, поэтому я грешник. Но если я соединяюсь с кровью Иисуса Христа, и, тогда, поскольку цена за мой грех принесена, я должен сказать, что я праведник. Вот что такое вера. Но, к сожалению, президент Ганы Джон Атамирс, Бог очень возлюбил этого господина президента. Он всем сердцем любил жителей своей страны. Он также любил Бога. Всем сердцем служил стране своей. Даже когда у него было много работы, он старался в воскресенье участвовать на собрании. Он был признан как лучший президент, у которого есть вера. Но в тот день, когда ему осталось совсем немного, он страдал из-за своего греха. Почему? Когда мой грех и кровь Иисуса Христа пролиты на кресте соединятся, тогда наш грех будет омыт из нашего сердца. Но он стоял на позиции, где только исповедует грех. Поэтому в душе у него оставался грех. Господин президент сказал мне, мой персональный врач старался вылечить меня, однако мое состояние только ухудшается. Моя болезнь стала еще сильнее. Конечно, я не говорю врачу, но мне кажется, я не смогу прожить дольше пяти дней. Но самая большая проблема для меня я ходил в церковь, я верил в Иисуса, но я не смог получить прощение грехов. Есть стакан с водой. Даже если вы будете смотреть в эту воду, это не значит, что вы удалите жажду. Смотри, это хорошая вода. Если выпьешь, тогда у тебя исчезнет жажда. Даже если будут так говорить, эта вода не может освободить меня от жажды. Какой бы ни было это хорошей чашкой, сколько бы ни было бы чистой воды, когда эта вода сможет освободить меня от жажды? Когда я выпью. Когда я выпью, тогда я смогу освободиться. Поэтому говорят, пейте. Они говорят, досной. Я знаю, что если я выпью, я смогу освободиться от жажды. Но пока этот человек не выпьет, он будет страдать из-за жажды. То же самое касается и нашей духовной жизни. Мы должны соединить наш грех с кровью Иисуса Христа. Поскольку кровь Иисуса Христа была пролита за мой грех, когда мы соединяемся с Ним, Библия говорит о том, что мой грех был омыт. Поэтому я... Я был человеком, который ничего не знал. Я слушал проповеди многих людей, многих служителей. Я сидел в первых рядах и хлопал руками. Сейчас, если подумать, так смешно. Есть гимн, который называется «Грех», который заполнял наше сердце. Дирижер поднимает настроение. Давайте будем хлопать. Освободившись от всех сомнений, я иду к Господу. Мы поем этот гимн. Искупление, искупление Иисус очистил мой грех Мы пели эти слова Но поскольку мой грех Который в сердце не соединяется со крестом Я оставался грешником Потом говорит, давайте будем молиться Ой, Господи, прости Такого грешника, как я Ой, я грешник Ой, Господи, спаси меня Они плачут на одно время кажется, что на душе стало легче, <звы> потому что активно пели гимны. Однако остаются грешниками. Год проходит, два года проходит. Я смотрел на братьев-сестер, которые становились уже пожилыми. Так было жалко их смерть приближается, но не могут получить прошение греха, поэтому они начинают страдать. Пастор говорит, что он грешник, и пресвиктор говорит, что он грешник. Проблема в том, что они не соединились с кровью Иисуса Христа. В есть жертва за грех. Эта жертва ясно соединяет нас с сердцем Иисуса Христа. 정말 이 레위기 4장 속죄 제사를 읽고, 읽고 읽고 읽고, 거의 다 외워다. Я <목소리도> читал, читал книгу Левит ч главо и почти выучил наизусть. 그리고 그이와 연결되는 짝들을 전부 찾아 맞춰보고 맞춰봤. И каждому слову я искал пару и нашёл ответ. Давайте немножко поглубже рассмотрим 4 главу книги Левит, 27 стих. Откройте, пожалуйста, Левит, 4 глава. Левит, 4 глава, 27 стих. Здесь говорится о жертве за одного из народа. Потому что я не был в тот момент священником, не был начальником, я не был всем народом, я был одним из народа. Для того, чтобы получить прощение грехов, я начал изучать эту жертву за грех. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего он не надлежало делать и виновен будет, то когда будет им грех. узнан, будет им грех. Основные вещи для того, чтобы получить прощение грехов. Во-первых, кто может получить прощение грехов? Тот, который согрешил. Второе условие. Нужно узнать, что ты согрешил. Что значит «исповедью мы получаем прощение грехов»? Исповедь, это значит, что я согрешил И узнал, что я согрешил Это то, что написано в 28 стихе Кто-то согрешил Сделал против заповеди Господних Чего не надлежало делать Потом написано Когда узнан будет им грех Этот человек признает, что он грешник Разница в том, что он исповедовался, а второй не исповедовался, но он узнал, что он грешник. Если бы нашей исповедью можно было бы очистить грех, Тогда не нужно приносить жертву козу или агнца. Также Иисусу не нужно умирать за нас. Но как написано в книге Левит 27 стихе или к евреям, возмездить за грех смерть. Чтобы очистить грех, кто-то должен умереть за наш грех. Когда я узнал, что я согрешил, не исповедью очищается наш грех. Когда я узнал, что я согрешил, нужно принести козу без порука. Нужно принести козу или агнца. Для чего? Потому что возместить за грех смерть. Кто-то должен умереть. За мой грех. Коза проси, но ты, пожалуйста, умри за меня. Агнес, умри вместе с меня. Так нужно принести жертву. Песня принесет козу в качестве жертвы за грех. 29 стих. И возложит руку свою на голову жертвы за грех. Нужно возложить руку на голову жертвы. Нужно возложить руку на жертву, то есть на козырь Аганца, который скоро умрет. Я думал, что же это значит. Я очень много размышлял, потому что не знал ответа. Когда кого-то назначает прессиктором, возлагает руки на него. Кого-то, а если ставит пастором, тоже возлагает руки. О, почему нужно возложить руку на козу? В чем же секрет? Разве коза становится пастором? Или становится пресвиктором? Почему нужно возложить руку на голову козы? Я не знал ответа на этот вопрос. Из-за того, что я не мог найти ответ, я не знал, где же пара к этому слову. Наверное, два или три года мне понадобилось. За это время я много раз перечитал всю Библию, но я не мог найти ответа. Но однажды я нашел и пару к этому слову. Я нашел слово, которое объясняет нам вот это слово. Я... Что написано в Исаии? Вы изучите Библию. Нет того, где не было бы пары. Правильно? Всегда есть пара. Я думал, где же эта пара? Что значит возложить руку? группку? Если о жертве за грех написано в 4 главе, то о рукоположении написано в 16 главе книги Левит. 4 глава и 16 глава не находятся рядом. И я открыл 16 главу. И когда я читал эту книгу, я прочитал 21 стих. Здесь была причина, по которой возлагают руку. Библия так устроена, что когда мы ищем парк с каждым словом, она сама изъясняет нам значение. Здесь написано, что нет того, что не имело пару. Так <таспорщит> Та сказал Господь Бог и сам собрал это. А, <таспорщит> ага, значит, здесь есть пара. <таспорщит> Написано, и возложит руку Аарон на голову жертвы. Исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых. <таспорщит> и возложит их на голову козла. Когда возлагает руку на голову жертвы, тогда грех наш передается козе или агнцу. Когда я смог найти ответ на этот вопрос, тогда что я еще узнал? Я понял, что наш грех был передан Иисусу. Евангелие от Иоанна 1 главе 29 стихе написано. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн сказал об этом на другой день. А что же было ранее? Евангелие от Матфея 3 главе. Иоанн крестил крещением покаяния. Он говорил порождение ехитный. А кто говорит порождение ехитный? Right. Да? Знаете, говорят же, животным не голова, а морда. В корейском языке есть такие особенности. Не совсем как в русском языке. Вы порождение ехиптны, Говорил Ян Креститель. Вы должны иметь плоды покаяния. И не хвалитесь, что вы являетесь потомками Авраама. Бог может из камней воздвигнуть потомков Авраама. И тогда люди начали приходить к Иоанну Крестителю и начали креститься. Иоанн Креститель крестил людей. И Однажды Иисус пришел к Иоанну Крестителю, и они встретились. Он встретил Иоанна Крестителя. Иисус сказал, «Мне нажит креститься от тебя». Иоанн Креститель удивился. Ведь Иисус никогда не грешил. Разве у тебя есть грех, о котором надо покаяться? Я должен каяться от тебя. Почему ты приходишь ко мне? Но Иисус сказал, теперь допусти. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Здесь не говорится о каком-то правде. Как наша правда совершается? У нас будет правда, когда наш грех будет прощен. До того, как мы имеем грех, мы будем грешниками. Но если наш грех будет омыть, мы станем праведниками. Как крещение Иисуса связано с исполнением всякой правды, вы спросите. В Ветхом Завете, когда приносили козоли агнца в качестве жертвы, этот агнец символизирует Иисуса Христа. Нужно возложить на голову козла. Когда возлагает руки, тогда грех передается. Тогда уже грех находится не в человеке, а у жертвы. В Исайя 53 главе 6 стихе написано, «Все мы блуждали, как овцы, собрались каждый на свою дорогу». Господь возложил на него грехи всех нас приносит отказу или агнца в качестве жертвы, и когда возлагают руки, грех передается этой жертве. Иисус жил на земле до 30 лет. Потом в 30 лет он начал распространять Евангелие. И почему же он получил крещение от Иоанна Крестителя? То, что Иоанн крестит Иисуса, это крещение отличается от крещения покаяния, которое он совершал для грешников. Это процесс, в котором наш грех переходит к Иисусу. Иоанн отказался сначала, но Иисус сказал, «Оставь теперь, ибо так должит нам исполнить всякую правду». А хотя у Иисуса нет причины получать крещение, но крещение является процессом, чтобы возложить наш грех на Иисуса. Иоанн Креститель был сыном священника. И он, будучи священником, возлагает руки на голову Иисуса. И тогда Дух Святой сошел как голубь с неба, и был глаз от неба. Это мой сын возлюбленный. Иисус Христос по слову Бога пришел, чтобы очистить наш грех. И то, что Ян Креститель возлагает руки на голову Иисуса, оно подобно возложения на жертву, которая написана в жертве за грех. Иисус взял на себя грех с его человечества. И он готовится для того, чтобы умереть на кресте. Хотя Иисус Христос должен страдать Но для того, чтобы исполнить правду Божию. Он взял на себя грех, и Он готовится для того, чтобы быть распятым на кресте. Бог говорит, это мой Сын возлюбленный, Несмотря на смерть, Иисус Христос повиновался Слову Господа Богу и готовится, чтобы умереть на кресте. Иисуса Христа крестил Иоанн. На другой день Иисус снова вышел перед Иоанном. Тогда Иоанн сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Здесь нет другого смысла. Таким образом исполняется всякая правда. Всякая правда. И правда, которую вы должны иметь. Правда, которую я имею. Правда, которую должен иметь наш друг. У нас есть только грех. Но через смерть Иисуса Христа Он очистил весь наш грех. И вот что Иисус имел в виду. Если вы посмотрите Левит 4 глава 29 стих, что там написано? Посмотрите, 4 глава, 29 стих. И возложит руку свою на голову жертвой. И заколет жертву за грех на месте. 30 стих. Как написано здесь. И возьмет священник, кровь ее перстом своим. На жертвеннике есть в четырех сторонах руки. И здесь написано: Возложит на руки жертвенника все сожения. Почему же это нужно сделать? Я передавал о грехов многим людям. Очень подробно я изучал этот вопрос. Я должен знать, ведь об этом ясно, чтобы рассказать другим. По милости Господа Бога я смог изучить этот вопрос очень ясно. Я читал Библию раз, два и все больше и больше. Минимум я прочитал десятки раз Библию. И каждый раз, когда читал Библию, я искал ответ на разные вопросы. В Еремии 17 главе 1 стихе написано, здесь есть удивительное слово. Грех Юды написан железным резцом, алмазным острием начертан. Наскрешали сердце их и на рогах жертвенников их. Куда же написал Господь Бог наш грех? Когда мы согрешили, нужны документы для Бога и для нас, где будет писаться наш грех. Для того, чтобы помнить наш грех, мы пишем наш грех в сердцах наших. Господь Бог же написал наш грех на рогах жертвенника. Почему? Потому что, когда мы встретимся с Богом, Бог скажет, ой, Оксупак пришел. Потом смотрит на рога жертвенника и говорит, вот ты совершил такой грех. У того, как этот грех не будет решен, мы не можем общаться с Господом Богом. Поэтому Господь Бог в первую очередь смотрит на рогах жертвенника, есть там кровь или нет кровей. Иисус Христос написал наш грех на рогах жертвенника. Мы же написали наш грех на сердцах наших. Поэтому, когда мы смотрим на наше сердце, мы помним, что мы грешники. Господь Бог же, смотря на рога жертвенника, Он помнит, что мы грешники. Однако Бог говорит: возьмите кровь жертвой за грех и помажьте на рогах жертвенника. Когда возложили грех, передался жертвенник. Жертва умирает и проливает кровь. И эту кровь мажут на рогах жертвенника. Когда кровь мажут сверху, называется изглазить. Что значит изглазить?

Грех, который написан на наших сердцах и на рогах-жертвенниках. Господь Бог кровью изглашивает наш грех. Вот грех у собака уже прощен, поэтому я изглашиваю. Поскольку кровь жертвы очистила мой грех. Поэтому после приношения жертвы нигде в Царстве Небесном мы не сможем найти следы нашего греха. Еще в одном месте написаны наши грехи. Это на скрижале сердца нашего. А как же очистить этот грех? Его омываем мы не кровью. Мы омываем верою, потому что это скрижали моего сердца. Поскольку Иисус получил все наказание вместо меня, мои наказания уже закончились. И когда мы веруем в это, хотя я помню мой грех, но они омыты. Уже цена оплачена. Бог уже не вас Я стал чист. 切三文。 Именно верою мы получаем прощение грехов. Для того, чтобы получить прощение грехов, во-первых, мы должны согрешить. Во-вторых, мы должны узнать свой грех. Когда мы узнаем наш грех, мы можем исповедоваться, что я грешник. Но не исповедь очищает наш грех. Это процесс омывания греха. До того, как было первое послание Иоанна 1 глава 9, Стих, поскольку не исповедью очищается наш грех. Поэтому седьмой стих говорит нам, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Поэтому 1 глава 9 стих говорит нам о том, что кровь Иисуса Христа очистила наш грех. Мы грешники, поэтому мы исповедовали наш грех. И когда грех наш соединяется с кровью Иисуса Христа, мы можем получить очищение. Людям будет трудно поверить, что наша исповедь может очистить наш грех. Для того, чтобы у нас была вера, нужно не только исповедь. Именно кровь Иисуса очищает наш грех. 그피로 속죄함 얻었네. 아멘 되십니까? 아멘. 아멘 되십니까? "스카지테 아멘." 여러나님은 부족한 저에게이 귀한 사실을 깨우치. Господь Бог открыл эту истину такому н о н о м у человеку, как я. 근데 제가 이런 사실을 깨닫고 처음에 저희 선산 있는 교회 목사님이 Хотя я узнал эту истину, но пастор в городе Сансан -Сан говорил о том, что он грешник. Поэтому я не мог передать Евангелие пастору. И, конечно, пастор также не будет меня слушать. Я сказал поэтому сестре. Но старшая сестра сильно начала беспокоиться обо мне. Сказала, Оксу, ты не прав. Даже пастор говорит, что он грешник. Но как ты можешь говорить, что ты праведник? Сестра сильно переживала за меня. Но спустя два года и она сказала, что она правда. Получила прошение грехов. Однако в тот момент никто меня не признавал. Я думал, наверное, Сансан это деревня. А тут в Тегу, наверное, служители знают это слово. Я поехал в Тегу. Ну и в Тегу все служители говорили, что они грешники. Я подумал, наверное, Тегу слишком маленький город. Нужно будет поехать в Сиул. Но все известные служители в Сиуле также говорили, что они грешники. Я был в изумлении. Господи, как же мне быть, я спрашивал. Я решил распространить эту истину. Я ничего не умел делать. Но одно, что я знаю, это было то, что Библия говорит, что мои грехи прощены. И я хотел свидетельствовать об этом. Я решил жить только ради этого. Я ничем другим не занимался. Только этим. Потому что Господь Бог открыл мне эту истину. Я славлю Господа Бога за то, что Он открыл мне истину. Я благодарю Бога за то, что Он спас меня от греха. Аллилуйя, я славлю Господа! Когда я встретил президента Гана Джон Атамильс, он сказал, я думаю, мне осталось всего лишь пять дней прожить. Я с детства ходил в церковь. И по воскресеньям я старался участвовать на собрании. Поэтому в Гане меня признают как президент, у которого хорошая вера. Однако и я согрешил. Я не смог получить прощение грехов. Господин Джон Атамирс был моим ровесником однако его здоровье было действительно в очень плохом состоянии я осторожно задал ему вопрос господин президент откуда вы узнали что вы грешник тогда он сказал мне ответ его был очень простым я ведь согрешил поэтому я грешник разве нет? Я сказал, что это не так. Я сказал, господин президент, совсем не так. Он немножко не понял меня. Я он ждал, чтобы я продолжил. Я сказал, в какой стране, скажите, согрешивший сам приговаривает себя. Даже ведь в Гане так не поступают. Приговор выносит судья. То, что я приговариваю себя к чему-то, это не имеет никакого значения. Он сказал, совершенно верно. Я сказал, Господь, который является нашим судьей, Он сделал приговор по поводу вашего греха. Вы когда-нибудь видели его приговор? Он изумился и спросил, мой приговор? Я сказал, совершенно верно. Он, он спросил, где этот приговор? Я сказал, в Библии. Хотите увидеть? Спросил. Знаете, я по благодати Божией 1962 году, когда мне было 19 лет, через Библию я обнаружил, что мои грехи ясно омыты. И Господь послал меня в миссионерскую школу и поставил меня проповедником Евангелия. И всю мою жизнь я занимаюсь только этим делом. Кого бы я ни встретил, встречу я министра или встречу я президента, кого бы я ни встречал, я всегда говорил это слово. Я был благодарен перед Богом. Я видел, как Господь Бог разносторонне помогает моим делам. Господин президент Джон Атамильс, Сейчас он покоится в Царстве Небесном. Когда я встречусь с ним в раю, я хочу пожать ему руку. Там мы будем общаться как друзья. Я встречал многих президентов. Мы, конечно, должны уважать президентов. Я всегда с осторожностью подхожу и общаюсь с президентами. Конечно, не могу легко сказать им, что вы грешник. Я всегда говорю с осторожностью. Но Бог дал мудрость мне. Господин президент, он слушал внимательно меня. Я сказал, в какой стране Преступник приговаривает сам себя. Нет такого нигде. Господь Бог приговаривает по поводу вашего греха. Господин президент, есть приговор Божий по поводу вашего греха. Когда-нибудь вы читали этот приговор? Президент удивился. Он спросил, какой приговор? Где он? Я сказал в Библии и спросил, хотите увидеть? Он сказал, да, хочу увидеть. Господин президент, сегодня есть многие люди, которые, как и вы, переживают перед смертью. Смогу я попасть в рай или не смогу? И для таких людей, как вы, господин президент, Бог написал это слово. Я прочитал послание к римлянам 3 главу 23 и 24 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание Дара, поблагодарите Его искуплением во Христе Иисусе. Эти стихи написаны в образе приговора. Обвиняемый совершил такой-такой грех. Но хотя он согрешил, но в связи с этим и с этим, с этим, я приговариваю такому-то, хотя мы согрешили. Но поскольку Иисус Христос искупил наш грех, поэтому бог говорит что мы оправданы я сказал господин президент это есть приговор господа бога по поводу вас господин президент так был тронут Он сказал, это есть мой приговор. Бог говорит, что я оправдан. Я оправдан. Кровь Иисуса Христа очистила мой грех. Потом я прочитал по к Римлянам, 4 глава, 25 стих. Который пройдан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Господин президент сказал, почему же я не знал это слово? Я ведь много раз читал послание к Подобного слова в Библии очень много. В Библии очень много подобных слов. Но хитрый дьявол закрыл все наши глаза. Я открыл первое послание Коринфянам на шестую главу. 6, 10, 10. И прочитал 10 стих. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божие не наследуют. Одиннадцатый стих. И такими были некоторые из вас. Потом написано, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. В английской Библии здесь написано, но омылись, но омылись. И вы согрешили. Но омылись. Но ты омыт. Но ты освящен. Но оправдались. Вот говорится так в слове. Я открыл Библию на английском языке и говорил президенту. Тогда пастор Пак Пау, он переводил мне. Да? Пожалуйста, расскажите, как вам было? Когда я встретил президента, пастор Усупах сказал ему: Смотрите, здесь написано Но мы омылись, но осветились, но оправдались. Тогда президент, услышав эти слова, он сказал Я омыт, я освещен, я оправдан, и его лицо наполнилось радостью и покоем. В тот день господин президент получил прощение грехов, за что я благодарю и славлю Господа. Когда я езжу вместе с пастором Пак Пангон, есть некоторые недостатки. Нужно покупать два гамбургера. Кофея. Нужно покупать две кофе. Но зато я получаю взамен многое. Я не знаю английский язык, как бы я мог общаться с президентом Ганной. Но пастор он, он переводил мне. И хотя мы ненавидим, но мы любим друг друга. Я не могу его ненавидеть. Я могу только любить его. И мы можем только заботиться друг о друге. Конечно, это связано с английским языком, поэтому так. У меня есть переводчик на испанский язык. Мы используем лучших переводчиков мира. Он очень хороший переводчик. Я был очень тронут перед Богом. За всю мою жизнь я впервые увидел, как президент радуется. Я видел, как господин президент Парагвая Фернандо Руго получил спасение. Он радовался. Многие президенты. Президент Бенина Яйбуни, он тоже благодарил Бога, когда получил спасение. Я передавал Евангелие многим президентам. Я не могу сказать, что каждый из них получил спасение. Но многие господа президенты, получив спасение, они благодарили перед Богом. Весной прошлого года я был в Того и встретил президента Того. Он очень радовался, слушая Слово. Также я встретился с председателем парламента Того и передал Евангелие. Неважно, это человек высокопоставленный или нет. Среди министров многие люди получили спасение. Одна женщина-министр говорит, что я старший брат ей. Есть один министр, с которым мы очень много ругались. Она сказала, я приняла Духа Святого, я родилась свыше. Но я сто процентов грешница. Но в конце концов и она получила прощение грехов. Когда я возвращаюсь домой и ложусь спать, я начинаю плакать. Я говорю, Бог, кто я такой? В последнее время мы передаем слово через интернет, и многие люди получают спасение, за что я очень благодарен. Иисус Христос пролил свою кровь. И мы поем о том, что Его кровью мы получили искупление. Это человек, который написал гимн, он же ведь получил искупление. Мы поем о дивный день, о дивный день, когда Он искупил. Но продолжаем называть себя грешником. Поэтому мы говорим ясное Евангелие. Многие люди, получив прощение грехов, каждый день приходят свидетельства, как они получили прощение грехов через Слово. Вы не представляете, насколько я благодарен перед Богом. Чтобы служители могли передавать Евангелие, мы хотим их учить. Для этого мы в Америке открыли интернет-теологический институт. А также мы приглашали служителей в Карина целый месяц и учили их этому Евангелию. В прошлый раз приезжали служители из французскоязычных стран Африки, и начиная с февраля до мая они должны были находиться и потом вернуться домой. Но не было самолетов. Поэтому они были здесь полгода. Одна женщина-пастор, она приехала сюда беременной, и она была вынуждена родить ребенка в Корее. Но она смогла родить у нас у одной сестры в больнице, и она радовалась тому, что родился ребенок. Приехал посол кот и в знак благодарности подарил мне небольшой конверт, в котором лежали деньги. А также за каждого человека из Кодивара дал 300 долларов, потому что находиться в Корее было непросто им. И сказал, чтобы мы пользовались этими деньгами. Эти гости, находясь в Корее, они были счастливы, что еще три месяца могут находиться в Корее. И когда возвращались домой, они были счастливы. Сегодня многие правительства, многие служители приезжают к нам для того, чтобы учиться тому, что у нас есть. В прошлый раз, когда мы проводили семейный лагерь, из-за границы приехали 826 служителей, и они участвуют в нашей мероприятии, получили прощение грехов. Участвовало 26 министров по делам молодежи. Также 54 ректоров университетов были у нас. Независимо от деноминации, мы не считаем, что деноминация важна. Мы считаем, что мы, те, которые верят в Библию, когда мы получаем прощение грехов, Но, неважно, в какой деноминации мы ходим, мы становимся детьми Божьими, становимся братьями. Я хочу рассказать о прощении грехов всем людям, особенно в первую очередь служителям. И многие служители, познав эту истину, радуются вместе с нами. Но до сих пор остаются многие, которые не знают эту истину. Поэтому через интернет теологический институт мы хотим распространять эту истину и служитель, который испытывает разные трудности поэтому мы хотим обучать за очень низкую цену мы хотим сделать чтобы служители продолжать свое служение могли получить образование многие страны говорят что я они хотят получить это образование один епископ одной деноминации сказал чтобы все служители этой деноминации получили образование у нас Многие служители из Мьянмы звонили мне и сказали, если мы получим ваше образование, можем ли работать с вами? Мы сказали, конечно, миссия Гуньюс хочет помогать вам. В а прошлой феврале я был в четырех странах Латинской Америки. И служители очень радовались. 명, 뭐야, в одной церкви собиралось 700 человек, в другой – тысячи человек. Несколько часов я передавал им это слово. 있고, перед вами я говорю это слово. Сейчас и 20 мне сказали о том, что эта проповедь транслируется в разных телеканалах по всему миру, и 2 миллиарда человек служит Слово. Дорогие слушатели, особенно служители, Кровь Иисуса Христа очистила нас. Прошло много времени. Чуть-чуть, позвольте, я добавлю. Послание к Евреям, 9 глава.

И Господь сказал Моисею, чтобы когда Моисей спустится, Он сделал такой же храм на земле, потому что он увидел. И Моисей сделал Есть два храма. Одно в Царством Небесным, второе на земле. Но в то время называли скине ее, то, что было на земле. Поскольку они находились в пустыне, и храм находился в шатре, поэтому называют скинею. Потом Соломон построил храм. По тому образу, который Моисей увидел на небесах. Но Иисус, взяв кровь пролитую на кресте, он не помазал кровь на жертвень, которая была на земле. Он помазал кровь на скине небесном. Какая есть разница? Есть разница во времени. Эта земля находится в мире времени, поэтому время идет. Проходит время, и можно очистить только грех того момента. Другими словами, если ты согрешаешь, нужно снова приносить жертву. Если бы Иисус помазал свою кровь на земле, Каждый раз, когда мы грешим, Иисус должен был умирать за нас. Даже если Он умрет десятки тысяч раз, этого будет не хватать. Но Иисус не сделал так. Он помазал кровь на скине, которая в Царстве Небесном. А там все вечное. С этим телом мы не сможем войти в Царство Небесное. Там будет иное тело. Там все вечное. Там и искупление вечное. Если бы Иисус помазал свой кровь на земле то каждый раз, когда мы грешим, он должен был умирать, и тогда бы даже десятки тысяч раз его смерти не хватило бы. Но он взял кровь и там помазал, потому что там все вечное. Так он приобрел вечное искупление. Давайте посмотрим к Евреям», 10 главу, 10 стих. По всей воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 11 стих. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Жертву, которую приносил священник, приносилась на земле. Поэтому, хотя оно очищает грех, но может очистить грех только того момента. Поэтому если человек согрешит, тогда снова нужно было приносить жертвы. Ей это повторялось и повторялось. Здесь написано, многократно приносит одни и те же же жертвы. Почему приносит? Потому что эта жертва никогда не может исцелить греху. 12 стих он же принеся одну жертву за грехи навсегда восел одесную бога иисус христос помазал кровь на небесном жертвеннике так он приобрел вечное искупление что важно 히브리 구장을 좀 봅시다. 제 9장 3절 9장 23절. 지비아 т 라우더님은 здесь. 자, 봅시다. 9장 23절. 구름로 하늘에 있는 것들은 모형은 이런 것들로 전개할 필요가 있었으나 하늘에는 그것들은 그런 것 이런 것더 좋은 재료로 할지니 Итак, образы Небесного должны были очищаться всеми, самое Небесное, лучшими всех жертвами. 24 стих. Ибо Христос вошел в ненерухотворенное святилище по образу истинного устроения, но самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицом Божиим. 25 стих. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как при разрешениях входит во святилище каждогодно с чужой кровью. 26 стих. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения грехов жертвой своею. Жертва, которую приносит священник, приносилась на земле. Поэтому может очистить грех только того момента. А Иисус, чтобы очистить грех навсегда, Он помазал Свою кровь на жертвах небесном. Итак, наши грехи были навсегда омыты. Вернемся десятую 10 главу. Посмотрите, пожалуйста, 11 стих. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Эта жертва очищает грех. Но если человек снова согрешит, нужно принести жертву. Снова если согрешит, надо принести жертву. Если бы Иисус Христос также очищал наш грех, тогда даже если Он умрет десятки тысяч раз, Он не сможет очистить наш грех. Посмотрите 12 стих. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога. Написано, Иисус навсегда очистил наш грех. Так говорит слово. 13 стих. Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. 14 стих. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Навсегда. Почему? Потому что Царство Небесное, но вечно. Там все вечное. И очищает наш грех навсегда. Затем, 15 стих. О свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано. 16 стих. Вот завет, который завершаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы моих сердцах, их мыслях их напишу их. 17 стих. И грехов их, и беззакония их не воспомину более. 18 стих. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Библия очень ясно говорит о том, что наши грехи были омыты. Прошло уже много времени. Я скоро закончу. Я желаю, чтобы вы верили в эту истину. Это единственное, что мы должны сделать. И это Евангелие. Послушайте, пожалуйста, еще раз в записи. Изучите это Евангелие и передайте вашей семье, вашим друзьям, всем передавать это слово, чтобы в этой Евангелии мы все получили прощение и грехов. То, что разрывает сердце Иисуса, это то, что хотя Иисус очистил наш грех на Христе, но мы продолжаем называть себя грешником. Вот что разрывает сердце Иисуса. Когда я смотрел на сердце Иисуса, я решил всю свою жизнь посвятить этому Евангелию. Иисус радовался этому. Он помогал мне во многих вопросах. 방... 방... Также я благодарен, что в мае и в этот раз многие люди через трансляцию слушают мое слово. В 어두워졌고, связи с пандемией коронавируса многие люди по всему миру находятся в страхе и в переживании во тьме. Но Господь Бог дает возможность многим людям передавать это Евангелие. Я благодарю многим телерадиостанциям, которые согласились транслировать мое Слово. Также многие телерадиокомпании просят, чтобы дальше мы транслировали у них Слово, за что я благодарен им. Скай весь мир примет это Евангелие и встретят спасение и будут благодарить Господа Бога. Я желаю, чтобы они служили Богу. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. То, что совершил Иисус Христос, это самое прекрасное в этом мире. Мы передаем это Евангелие. Позволь, чтобы мы укрепились в этой Евангелии. Чтобы все поверили, что кровью Иисуса Христа мы получили прощение грехов. И чтобы через Иисуса Христа мы получили благословение. Как президент Ганой, как президент Фернандо Луго, <coughs> или как президент Бенина Яйбони, многие президенты получили спасение. Мы благодарим Тебе за это. Позволь, чтобы мы могли посвятить свою жизнь Евангелию. И, пожалуйста, заполни сердца людей Евангелием. Господь, мы благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.